На территории же Индии есть город, который называют Колба. Там из меди изготовили колонну, на нее поставили фигурку утки, тоже из меди. Перед идолом находится большой водоем. Ежегодно, когда наступает время сева, утка широко раскрывает крылья, погружает голову в водоем и поднимает воду из источника наверх, до половины столба. Тогда из колонны льется наружу такое количество воды, какое достаточно для орошения полей того города, чтобы засеять все его земли. Когда все засеют, вода останавливается до того же времени в следующем году.